В эфире новости в студии Ольга Ельфимова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Жильцы 24 домов Фрунзенского и Октябрьского районов областного центра на сутки остались без горячей воды. Специалисты компании «Т-Плюс» проводят реконструкцию трубопровода на строящемся Рпинском проезде. Рабочие приложили 200 метров коммуникации, которые располагаются под проезжей частью, чтобы в будущем дорога выдержала интенсивный поток транспорта, отремонтировали строительные конструкции. На трубах установили систему оперативного контроля. Диспетчеры в режиме реального времени будут получать информацию о состоянии теплосети. Проект обошелся в 24 миллиона рублей. Горячую воду в домах жителей 6 улиц Владимира начнут подавать завтра с 10 утра. Сегодня во Владимирском доме дружбы подвели итоги областного конкурса «Педагог года». Он проходил в два этапа. В заочном приняли участие 38 человек. В очный этап прошли 28 учителей, которые преподают в городских и сельских школах. Также среди финалистов – воспитатели детских садов и педагоги учреждений дополнительного образования. Конкурсанты проводили мастер-классы, открытые уроки. Лучших выбрали в 6 номинациях. В торжественной церемонии награждения принял участие глава региона Александр Авдеев. Удивительная профессия, потому что даже воспитать в семье ребенка – это такой труд. А вот дать знания, дать нравственные ориентиры, привить любовь к предмету, к родине, к культуре – это очень сложно. И у вас это получается. Спасибо вам за это, за то, что вы находите в себе силы, за то, что вы по-настоящему оптимисты в жизни. Белый дом закупит новые автобусы и троллейбусы. Глава региона Александр Авдеев поручил выделить на эти цели 300 миллионов рублей. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации области. Всего закупят 35 автобусов и 5 троллейбусов. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства, 30 машин уже приобретены. Это автобусы для Мурома, Гороховецкого, Камешковского и Суздальского районов. Администрация города Владимира закупила 14 автобусов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Новая общественный транспорт поступит в Ковров, Меленковский, Сильвановский и Ковровский районы. Александр Авдеев поставил задачу перед главами этих муниципалитетов максимально быстро завершить процедуры закупки и вывести транспорт на маршруты. Глава региона также подчеркнул, что с рынка должны уйти недобросовестные серые перевозчики. Этот вопрос он взял на личный контроль. 18 семей из Владимира уже несколько лет живут на чемоданах. Их дом на Первой Пионерской обещали расселить. Чиновники хотели превратить территорию в благоустроенный квартал с новыми высотками, парковками и медцентром. Но план Владимирской мэрии и компании-застройщика не был доведен до конца. Наталья Забнина разбиралась в проблеме. Выступает вот это от сырости плесень. Плесень на стенах, мебели и даже на одежде. Черные углы на фото тоже грибок. В таком состоянии квартира не только Лидии Овчаренко. Ее соседка Наталья Гурамишвили жалуется. Обои на кухне держатся на гвоздях. От сырости проваливается и пол. Я там гипсом замазывала, цементом замазывала, чтобы не было щели между трубой и полом. В таких декорациях живут еще 18 семей. Люди не делают ремонт. Из старых домов их обещали переселить в современные высотки. В 2014-м жильцы этой двухэтажки стали участниками проекта «Развитие территории». Как нам дальше быть? Вот просто как нам дальше быть? То есть как мы живем? Мы живем сегодня и сейчас сиюминутно? Нас завтра оселят. Или все, ребята, ну вот так ситуация сложилась. В заложниках ситуации еще 1000 жителей квартала, которые хотела преобразить мэрия. Он ограничен улицами Северная, Полина Осипенко и Первая Пионерская. С компанией «Стройком» чиновники заключили договор. До января 2022 года в новые квартиры должны были переехать семьи из 16 старых домов. На сегодняшний день мы имеем 4 снесенных дома. 94 расселенных квартиры. Застройщику требуется расселить еще 136 квартир. Значит, учитывая то, что застройщик не исполнил договор в обозначенные сроки, да, администрация города Владимира обратилась в арбитражный суд. Чиновники требуют от компании «Стройком» 50 благоустроенных квартир. Суд поддержал мэрию, но решение в законную силу пока не вступило. Лично я встречался с заявителями на личном приеме периодичностью раз в две недели.
Мы со своей стороны, когда оценивали саму ситуацию, внесли представление в адрес стройкома 17 декабря 2021 года, указав о том, что им не исполняются обязательства по заключенному договору с администрацией. Руководитель компании-застройщика Олег Маханько с решением суда не согласен. Он уже подал апелляцию. Вопрос в трактовке положения договора о развитии застроенных территорий. Потому что там написано «предоставлять квартиры на основании договоров социального найма, расселять домов». Вот администрация как бы в этот вопрос немножко по-другому трактует и вообще говорит о расселении дома. В отношении застройщика запущена процедура банкротства. Заблокированы официальный сайт стройкома, телефоны не работают. Офис на улице Студенческой закрыт. Выход из ситуации один, считает общественник Альберт Русанин. Расторгнуть этот договор, провести новый конкурс, выбрать нового застройщика, передать ему этот квартал под застройку. Либо второй, есть федеральная программа комплексного развития территории, где существует федеральное софинансирование. В мэрии подчеркивают, пока в судебном процессе не поставлена точка, о поиске нового застройщика речи не идет. А между тем, зимой дом на Первой Пионерской промерзает настолько, что в квартирах образуется иней. Но переезжать людям некуда, да и не на что. Почти все жильцы – пенсионеры. Из-за сбоя программы реновации квартала старые дома исключили даже из региональной программы капремонта. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин. Владимирские аграрии получат дополнительную поддержку. Это поможет справиться с последствиями санкций. Одна из проблем – кассовый разрыв. Он возник из-за того, что поставщики перевели сельхозпроизводителей на предоплату. При этом торговые сети расплачиваются за продукцию не сразу. Деньги могут поступить на счета спустя 40 дней. Поэтому у аграриев возникла значительная нехватка средств. Тут мы действовали, в общем-то, в связке с Министерством сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства также достаточно оперативно приняло решение по расширению перечня получателей льготных кредитов, сохранило все условия, которые были до последних событий, и увеличило лимиты финансирования. Мы также ввели дополнительную поддержку по тем направлениям, которые не поддерживаются Минсельхозом, на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по краткосрочным кредитам, и ввели дополнительные направления по такой поддержке. Администрация области поддержит и фермеров. Им выделят субсидии на выращивание картофеля, овощей, плодов и ягод, а также на модернизацию материально-технической базы. Не останутся без финансовой помощи предприятия, которые занимаются переработкой молока. Были выделены дополнительные 100 миллионов на возмещение затрат на модернизацию предприятий. Будет выделяться сумма на возмещение 20% затрат на модернизацию материально-технической базы переработчиков молока, не более 10 миллионов на 2 предприятия, а для переработчиков сыра, это те предприятия, которые производят более глубокую переработку молока, для них будет возмещение до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 15 миллионов на 1 предприятие. Из-за холодной и дождливой погоды во Владимирской области отменили особый противопожарный режим, но по-прежнему в регионе высок риск возникновения возгораний в лесах. Сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактическое патрулирование. Вместе с волонтерами спасатели побывали в населенных пунктах Гусь-Рустального района, Лесникова, Золоткова и Тащилова. Они рассказали жителям, что костры сейчас можно разводить в 50 метрах от строений и только в специальной яме диаметром в 1 метр и глубиной 30 сантиметров. При этом территорию рядом с домами необходимо опахать и убрать с нее сухостои. В качестве альтернативы в МЧС советуют использовать металлическую бочку. Тогда опашка не потребуется. С местными жителями были разъяснены требования пожарной безопасности в собственном доме, о сжигании мусора и сухой травы. Были вручены памятки и напомнили о номерах вызова экстренных служб. Проект реставрации Успенского собора во Владимире будет стоить 32 миллиона рублей. Деньги на большую исследовательскую работу белокаменного памятника ЮНЕСКО выделило Министерство культуры. Проектом займутся московские специалисты из центральных научно-реставрационных проектных мастерских. Компанию выбрали из трех претендентов, которые заявились на аукцион. Подготовка пакета документов по реставрации Успенского собора займет 2 года. До октября 2023-го подрядчик изучит архивные материалы, проведет геологические и геодезические изыскания, обследует инженерные системы. Это первый этап перед организацией восстановительных работ памятника древнерусского зодчества.
У нас нет старой проектной документации по Успенскому собору, вообще никакой. То есть сейчас, получается, будет полное обследование собора практически заново. И вот поняв его состояние, поняв то, что ему угрожает, либо не угрожает, мы дальше, очень надеюсь, что в ближайшее время приступим к реставрационным работам. Белокаменное зодчество Северо-Восточной Руси – это уникальный, вообще-то, мировой феномен. Больше нигде нет таких памятников, они только здесь, во всей Древней Руси, ну, исключая, может быть, Галич. Это бесценное достояние, которое, скажем, в плане собственности принадлежать может только Российской Федерации, то есть только нашему государству, никакого здесь другого варианта нет. Во Владимире прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти Александра Дзидюшко. Свою карьеру актер начинал в областном театре драмы. Вместе с семьей он погиб в автокатастрофе. Уже 11 лет подряд во Владимир приезжают спортсмены, чтобы почтить память человека, который создал на киноэкране образ настоящего мужчины. Настоящий герой не только на экране, но и в жизни. Александр Дидюшко запомнился зрителям по фильмам оперативный псевдоним «Спецназ» и «Сармат». Около 6 лет он служил в областном театре драмы. На работе познакомился с будущей женой. Вместе с семьей и сыном Дидюшко трагически погиб в автокатастрофе в 2007-м. На эти 11-е по счету соревнования приехали коллеги и друзья актера. Был в такой энергии, в положительной, и все время в положительной, в созидательной энергии. И он все время что-то придумывал, все время что-то фантазировал. Иногда много. Заниматься рукопашным боем Александр Дидюшко начал именно во Владимире. В этом зале юридического института его тренировал Алексей Овчинников. Знакомые артисты уверены, этот вид спорта повлиял на характер актера. Я считаю, что люди, которые прошли школу рукопашного боя, вот, они привыкли добиваться, несмотря на какие-то трудности, сложности, порой физическую боль превозмогая. Они потом в дальнейшем, даже если перестают активно заниматься спортом, это им помогает для достижения их вот личных каких-то целей, которые они ставят все в жизни. Поединки длятся по 5 минут. Судьи ставят баллы и выносят вердикт. В этом году соревнования собрали более 120 спортсменов из 23 регионов страны. Активность красного поезд красным Ермольев Даниил, Рязанская. Этот турнир выходит за рамки спортивного события. Раз в несколько лет он собирает авторов киноработ на патриотическом фестивале «Над гранью». Сейчас идет подготовка к нему. Лучшие фильмы студий со всей страны во Владимире покажут в 2023 году. Это уникальное мероприятие. Оно единственное на сегодняшний день в России. Здесь получается и спорт, и культура. 11 лет назад попытались, попробовали, открыли данный формат. И на сегодняшний день он, соответственно, реализовывается, присутствует, он развивается. Соревнования по рукопашному бою продлились 2 дня. Среди победителей и призеров в разных весовых категориях 9 спортсменов из Владимирской области. Игорь Липский, Мария Гончарова и Сергей Власов. В Петушках 3 учеников школы номер 2 спасли шпица, который каким-то образом оказался в луже смолы или мазута. На этих кадрах первые минуты спецоперации. Ее провели Тимофей Нестеров, Максим Овсянников и Антон Конкович. Шпицы передали хозяйке. Видео в соцсетях набрало уже почти 2000 просмотров. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные события. Если вам нужна наша помощь, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. А я с вами прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19:00.